Всем привет из Енисейска. Меня зовут Ольга. Сегодня будет коротенькое видео. Хочу показать, как у нас тут сделали мостик. Ну, у нас благоустраивают набережную. Я сейчас как раз на одной из половинок набережной. У нас все благоустраивают и сделали мостик, потому что набережная не цельная. Вот, и с одной стороны на другую перебросили мостик. Погода у нас плохая. Вчера выпал снег. Думаю, ну нормально, уже будет лежать, как положено. Нет, сегодня вот все растаяло. Сейчас идет дождь. Вот. Все раскисло, все растаяло. В общем, местами скользко, местами глубоко. Потому что лужи, в общем, ужасно. Ну, такая обычная октябрьская погода. Надеюсь, скоро все устоится. Вот такой мрачный Енисей. О, дебаркадер уже угнали. Навигация закончилась. Вода прибывает, что ли? Ну, похоже. Ну и, собственно, вот мостик. Его, кажется, еще не закончили. Но, тем не менее, пойдем посмотрим поближе. Сейчас дойду. Видимо, не успели сделать все к зиме. Там что-то еще пилят. Вот тут все изъезжено. Какая-то техника каталась. Как обычно. Ну, хотя большую часть, наверное, сделали. Положили плиточку. Вон еще стоят неразобранные мешки. Ну, эти упаковки. Вот такой мостик. Очень высокие ступеньки. И там, похоже, еще не закончено. Мост деревянный. Наверное, можно подняться. Да? Ну, кто-то уже ходит. Будет самая высокая точка обзора. Какой крутой. Ой-ой. Ой-ой. Если было сейчас покрыто льдом, по нему вообще, наверное, было бы невозможно подняться. Там еще работают, я там спускаться не буду. Ну вот. Смотрим на все с моста. Ух ты. Там какие-то делают объекты. Положили цветную плиточку, поставили новую лавочку, убрали скамью примирения. Была такая железная скамья. Как печально без дебаркадера. Вообще мне этот мостик напомнил мост из сказки про волшебное кольцо. Там такой замечательный мост. Такая будет набережная, потому что люди работают, докладывают плитку, почему всегда дорожные работы проходят в такую погоду, когда уже вроде пора все такое заканчивать. Ну, мост, конечно, монументальный. Так, не очень обработанная деревяшка, но ничего, может, еще доделают. Ладно, тут сильно шумно. Пойду вниз. Ну вот, как-то так. Благоустраиваемся помаленьку. Тоже что-то, ну, что-то тоже уберут со временем. Ладно, не буду придираться. Это сильно шумно. Ладно, буду заканчивать. В общем, вот такая у нас история. Вот такое благоустройство. Ну, на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока!